Дагестан с рабочей поездкой посетил первый замминистра экономического развития России. Михаил Бабич и в Рио главы республики Сергей Меликов на совещании обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития Дагестана. Затронули проблемные аспекты реализации инвестпроектов, развития индустриальных площадок, вопросы водообеспечения и дорог. В частности, в ходе разговора было отмечено, что федеральная дорога Кавказ не соответствует возросшей нагрузке и нуждается в реконструкции на всем протяжении Дагестана до границы с Азербайджаном. План работы должен быть определен на ближайшие 5 лет. Михаил Бабич отметил, что необходимо наметить конкретные практические шаги решения проблем. Уважаемые коллеги, приглашенные, разрешите мне в первую очередь поблагодарить вас за приезд в республику, причем приезд такой представительной делегации, и за то внимание, которое министерство уделяет проблемам Дагестана. Ваша поддержка нам очень важна. Мы сегодня хотели бы обсудить основные направления развития республики, определить приоритетные задачи, решение которых позволит в достаточно сжатые сроки улучшить социальное самочувствие дагестанцев, повысить качество жизни и реальные доходы жителей. Хочу, Сергей Владимирович, и вас, и коллег заверить, что работа по решению самых насущных задач республики Дагестан, как и всего Северокавказского федерального округа, находится на контроле на самом высоком уровне, и министерство уделяет этому первостепенное значение.